Я заранее прошу извинения уважаемой публике за, может быть, не совсем, так скажем, типичный для серьезного политического канала комментарий. Но я начну с простого вопроса, так сказать. Знаете ли вы, уважаемые слушатели, зрители, что такое сексуальное партнерство? Вообще слово «партнерство» базируется на корне от слова «part» — «часть», да? То есть это нечто целое, и, так сказать, участие в котором предполагает взаимную заинтересованность и некий личный интерес какого-то, так сказать, партнера. То есть партнерство — это то, в чем заинтересованы все. То, что на сегодняшний день предлагалось России, это партнерство волка с овцой. То есть таким образом говорить о том, что это равноценное или равнозначное партнерство, это было бы некоторым лукавством. Поэтому я считаю, что вполне оправдана, так сказать, идея президента воздержаться пока от этого партнерства, ввиду того, что это не тот случай, когда затея рассчитана на пользу для всех. Мы имеем другие примеры того, когда предлагаемое России партнерство на самом деле является формой легализации нашего вторичного, или, я бы сказал так, даже некого вассальского положения в этой конструкции. Поэтому партнеры — это те, кто в равной степени заинтересованы в результате и имеют в этом смысле как минимум равное право голоса и равные инструменты влияния на ситуацию. Очевидно, что предлагаемая на сегодняшний день модель этого партнерства, реального объективного партнерства, России не рисует. Поэтому зачем нам такое партнерство? Поэтому давайте сначала определимся, что есть партнеры и какова наша роль в этом партнерстве. Потом будем во что-то вступать. Мы достаточно много куда вступили, извините за каламбур. Нам приходится теперь из этого вылезать. Поэтому давайте подождем. Я согласен, что это преждевременная мера.